Всем доброго дня! Обычно цветоводы-любители разводят самые обыденные виды растений дома, но если вы любите и разводите орхидеи, то вы точно необычный цветовод. За этим цветком нужно ухаживать по-особенному. Это очень капризное и требовательное к уходу растений. Если освещения орхидеи достаточно, то она будет радовать вас своим регулярным цветением. Не должно быть прямых солнечных лучей. Оптимальная температура для роста орхидеи днем от плюс 18 до плюс 27 градусов, а ночью от плюс 13 до плюс 24. Поливать цветок лучше мягкой водой. Идеальным вариантом будет отстойная прокипяченная вода комнатной температуры. Посаженную в горшок орхидею поливают сверху на субстрат, и обязательно нужно дать стечь излишком воды. В какой горшок лучше посадить орхидею? Советуем сажать в пластмассовые горшки. Лучше выбирать горшки с многочисленными отверстиями для того, чтобы корни дышали и не скапливалась жидкость в самом горшке. После покупки в магазине советуем пересаживать орхидею. Для пересадки орхидеи лучше использовать горшки побольше. Но если у вас нет времени пересаживать орхидею в горшок, или вы хотите сделать это немного позже, вы можете использовать декоративное кашпо. Купленный горшок с цветком вы можете поставить сюда и поместить на полку. Отметим, что в таких горшках имеются выступающие элементы, которые позволяют жидкости скапливаться на дне и постепенно увлажнять корни орхидеи. Горшки пластмассовые и стеклянные, а также удобрения для орхидей вы можете найти на нашем сайте в специальных разделах. Желаем всем хорошего настроения!